Так, всем здорово, с вами Игорь Диаморф. Сегодня у нас игра с подписчиками, как вы поняли по названию видео. И, естественно, игра у нас, как я и обещал, сегодня воскресенье, 22 октября. То есть я заранее писал на стене, писал о том, что нужно более 300 побед. И в последнее время мы... Ну, последние игры, которые вот это были, три последних, закончились победой. То есть, сейчас я вам покажу. Так. Так, то есть, три игры, которые мы играли, закончились победой. Не скажу, что именно все зависело от меня. Прежде всего, зависело от тех людей, которые понимают... Весь смысл, короче, игры Доты, там, я не знаю, как это назвать. В общем, играют нормально, нормально пикают, думают и тому подобное. Вот, поэтому я не хочу там выделиться, там сказать, какой я охеренный там. Типа, вот я там тащил, а люди со мной тоже хорошо тащили. Не, я по сути не тащил, я как бы помогал игре. И тем самым помогали игроки, короче. Короче, мы все делали для того, чтобы игра получилась хорошей, вот. И, естественно, чтобы победа была на нашей стороне. Итак, с подписчиками я играю чисто на рандоме. Да и вообще, историю, почему я играю на рандоме, я рассказывал в предыдущем видео, когда играл за... Нюкса. Да и, в принципе, до этого еще давным-давно рассказывал. Вот. Итак. Включаем первый скилл. Это никакой не гайд, поэтому я тут могу делать ошибки в скиллбилде. Вообще, закуп может неправильно закупиться. Потому что гайд был, который на панду, он у меня был немного такой, не знаю, ну, плохой, скажем так. То есть, недостаточно хороший гайд. Поэтому тут, в принципе, вы можете меня хаять за то, что я неправильно, например, закупаюсь или что неправильно делаю. В принципе, я мало того, что и так к негативным комментариям отношусь, как бы, не знаю, чисто между строк это читаю. В принципе, адекватная критика, она всегда воспринимается мной нормально. Итак, ну, в принципе, что еще? Ну, такой закуп, я не знаю. Купим Брейсер и там Фейсбутс возьмем. Потом Вангуард, ВГ, то есть, я думаю, ну, будет более-менее нормально. Так, с дальником бы пойти, как бы распределиться так нормально, да? Или не? Ладно. Пойдем на низ, ладно. Просто как бы было бы мудрее, чтоб... Ладно, короче. Забьем на все это дело. Так. Не обещаю, что эта игра получится, может, хорошей. Потому что я как-то пандой, ну... Нехорошо, ну, не совсем хорошо как-то игра, не знаю, как-то мне она не очень. Самое сложное, это когда ульта у тебя, да, и нужно каждой стихией, да, ее по отдельности, то есть, там, землей, например, кинуть камень в стан, положить врага, там, этим чем, кем еще там, торнадо, да, то есть, там, кинуть торнадо, там, ну, то есть, управлять стихиями, это сложновато, но тем не менее... Если все сделать правильно, то этот герой в хороших руках может оказаться очень даже хорош. Вот. Ну а в клешнях, естественно, он ничего хорошего не принесет, скажем так. Естественно, надо первым делом было купить мне Quillen Blade. Я только до этого додумался. Ну, ладно. Ладно. Тут, в принципе, можно раз... прокачать третий скилл, и потом можно о нем забыть, короче, пока что.
потом качать вот этот первый, потому что тут на 10% идет замедление, и замедление атаки на 10% в целом неплохо. Поэтому я думаю, это будет оптимальный вариант. Если, естественно, с апдейтами ничего не изменили, потому что я же опять говорил, потому что Войду раньше в первой доте все время собирали мом, а теперь как бы презирают тех людей, которые ему собирают мом. То есть не знаю, почему так, может какое-то обновление было, что ему там, например, скорости немного добавили. Не знаю, не могу сказать. Поэтому как бы не натворить ничего там, да. И у бары фарм как бы не хочется забирать, пускай уже фармится. Я буду денайдить. Топ 1 СС. Не лети туда, не лети, зачем? Блядь. Пошел, мы забрали. Ну, в принципе, ничего плохого. Бы мы ничего, мы бы разменялись, нахуй, такие ничего дела. Плохого в этом я не вижу. Пускай отдали ФБ, пускай, ладно. В этом нет ничего плохого, в принципе. От этого не надо вешаться. Так. Ай-яй-яй, на меня как раз кинули. Кинули эту штуку. Замедляем Сларка, у него ДД. Очень опасно. Блин. Ух, отопительный сезон, как я это ненавижу. А? Быстрее бы зима, чтобы было холодно, стены промерзали, и отопление так бы равномерно распределялось. Потому что сейчас у нас осень, и, блядь, осень, на улице тепло, и батареи шпарят просто. Жесть. Тот, кто крутит, вот это следит за батареями, это полный долбоёб ему, блядь, ебало пойти разбить. Это ну, нереально вообще. Жарко очень, как летом. То и хуже. А, нет. Нет, чувак. Спектра выкупилась в игру. Ого. Бомбануло пукан. Ой, вот это вот я вчера окно открыл, потому что в хате жарко очень. И вот, пожалуйста, просквозило, сука. О, зеленый внизу пошел. А, блядь, это иллюзия. Топ СС 2. Так, тут замедление какое оно. Шанс промаха. Иду. Что тут? В принципе, Queen Blade и правильно, что я не купил, потому что тут у нас бара стоит, что, ему. Делать, мы фарм отдаем, поэтому. Поэтому пускай он уже. Блин, не-не-не-не-не-не-не, ты шо? Что я стал часто добивать. В каждой игре кто-то ливает. В каждой игре. Ну, это уже не удивление давным-давно. Но просто вообще Unreal, короче. Ой. Он написал. Он что, описался? Что ливнул?
Да ты шо вообще, блин, сколько ждать можно? Блин, забываю добивать, да найдите. Так, ну бараб уже сюда не подбежал. Да идите вы знаете в очко одну. Я не задолбали. Что там, кто там? У меня сала пока нету. Чего, чего? Отойдем, Маркус там слышно. А, ну давай, отойдем. В принципе, у меня и первая, и третья есть. Да, это печально. Тоже знал, что этот мудак с ДД. Отлично, бара. Гиро, давай, давай, давай. А ну поймай. Блин, ну что, этот придурок вообще ливнул? Блин, если статистика не записана, то, конечно, будет печально. Вообще, игра уже испорчена, можно так сказать. С этими дефектами, бля. По-моему, он пошел чистить компьютер, у него не 90 FPS. Я-то думал 90 FPS, бля. А, ты шо? У меня маны нету. Вообще, блин, расходуется мана быстро вообще. Жесть. Жесть. Аркану, блин, аркан. Арканом, по-моему, этого будут чувака. Или у Сала. Сала не знаю, будут или нет. Будут, 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 отлично. Отлично. Та на Сларка делай. У меня маны нету сейчас. Та нету маны, да, побежал. Не пойму, а кто гамбит вообще? Чё за хрень такая? Чё за фит? Там не стремитесь, вы под вышку лезть, куда вы лезете? Надо было потянуть их. Отлично. Магнус на низ пошел. Ну и какого хера, блядь? F9 отжимать. Уже все вернулись, блин. Блин, до меня так сапог и не дошел. Так, Лина, Магнус, все, хана мне. Все, все куда-то ушли, куда-то убежали. Один я, короче, завтыкал один на лайне. Фу, да ничего, в принципе, там что там, там боятся этого Магнуса и этого Сварка, в принципе. Мы говорили, что Лина СС.
Так, наконец сапог теперь у меня. Так, ну что? Давайте, тут на низу четверо. Сейчас приду, меня лосы. Все. Наверное. Вышки хана. А нафига фокусится на Сларка, я не пойму. О, классно, я ничего не смог сделать вообще. Я тупо не успел ничего кастануть. Я зашел тупо. Меня Магнус так принял и все. Отлично. Все. Блин. Печально. Очень печально. Тогда игра уже похуже будет. Да ничего, в принципе, ну, есть время затащить. Ну, 3-11, ну ладно. В принципе, если все делать правильно, нет. Да не торопись ты бежать, подождите всех, чтобы все зашли в бой. Ну, уже, короче, кого тут ловить уже не, никого. Смотри аккуратно там. Ну. Ну что, принимать можем. Отлично. Магнус. Рошан вообще красавчик. Борцуха, блин. Боксер. Да шо ж такое, шо ж я такой... Дно, 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 еще раз дно. Алло? А? А, курина, да? А, хорошо. Дома. Там нет. Барт, ты на Росинку поедешь? Да. Пойди. Так что, когда? Сейчас еще. Ну, поговори. Так, снова здесь. Пойдем, пойдем, тут Гера. Тут
Так, ну что там, бара разгулялся? Магнус пришел, Магнус пришел. Вроде да. Потому что тут вся надежда на бару в этой игре. Блин, я ульту нормально не заюзал ни разу, я что-то ее жалею. Экономлю. Экономист хренов. Bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Блин, а что мне такое, меня грохнули, что ли, опять? А, или нет? Так, да, блинк. Нужен либо блинк, либо лотар. Хотя лотар. Лотар панди. Панди, лотар. Да не знаю. Не, не слышал. Нужна этот, ВГ, короче. Лотар. Лотар подождет. ВГ нужно. Так, потом кольцо купим, короче. По дороге, по пути. Блин, плохо, что ульт откатывается долго очень. Ну, парни. Хоть одно радует, топ разбираем, как никак. Ай-яй-яй, больно было. А саппорта... А, блин, меки нету, печально. Ни меки, ни еще... А, есть. Че, а че он не делится со мной арканами, а? Так, сейчас Магнус тут может... Аккуратно, Магнус ворвется. Давайте-то уйдем, да и все. Откуда тут крипы, куда они взялись? Они гонятся за мной. Не, Магнус действительно такой сильный танк. Вот, вот это его бояться нужно, вот это его смещение всех сразу. Такой же скилл наподобие этого, если этого Дарксира, насколько я помню. Ну, конечно, нужно бояться. А, ты шо? Блин, мне больно. Не больно, мне больно. Не, у них такой хороший пик, неплохой. Но у них, ну, нету основного такого кэрри. Короче, я не пойду к тебе, ба.
Скайп же и скипер, блин. Но все равно тоже может дать всем по щам. С правильной сборкой. С раскачкой. Ёпарас. Нет, тут уже плохи дела. Это спектра все выкупается. Я думал, кто-то из наших. Думаю, кому по балде дать. Что они делают? Что вы делаете? Вот кто-то фармится, я это знаю. Но я не хочу туда идти, потому что я там ничего не вижу. Мне больно, мне больно. Что? Что делаем? А ничего делать, нечего, некому врываться-то. А, где кирпич? Где мой кирпич? Блин, что-то еле, что-то не поймешь, что я там наколдовал, короче. Ну, трудно, я же заговорил в начале игры, трудно, трудновато. Так контролить их всех вот. Фу. Ну, ничего, в принципе. Без трудностей жизни неинтересно, как там говорится. Так. Все, лага есть. Хотя не знаю, зачем я его собрал. Может, это неправильно. Ну, ладно. Пускай будет. Хотя это да, это неправильно. Там вообще ему керасу собрать, там же идет хиперстоун, скорость атаки, ну прелестно получается просто. Ну, пойдемте по мне. Она не подозревает, что я иду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, фух, слава богу. Слава богу, слава богу. Назад, назад, Герек. Башню. Ты Шаркана не забывай, давай. Так сейчас дойду до всех. Все где-то бегают. А то вечно у меня что-то тумана не хватает еще. А я буду денайдить крипов не по кайфу. Мобов, точнее. Так как бы тут замес не проиграть. Кично. Кирпичом тебе на. Четко. Полину кирпичом по голове бахнул. Вот
минуту она и, короче, откинула копыта свои. Это 20 секунд. Нормально. Ну, тут Бара, конечно, постарался. 5 секунд, Микки. О, тут сейчас печально будет все. А почему именно... Ух ты шо. Ух, какой размен. Ну это стоило ожидать, в принципе. Этого. В принципе, не удивление. Просто у них такой... Магнус такой прошаренный. Видно, что играет. Он дотку. Часто. Так. Ну. Я там сейчас встретил со всех сторон. Ай-яй-яй. У нас сейчас сюда блинк и... О, ульта как раз откатилась. Блин. Чуть-чуть не достал. Ну чуть-чуть, а. Убежал Магнус. Маны нету. Нету маны. Нету ни маны, нету ни саппорта поблизости. Где он? А, не, есть саппорт поблизости. Да я подумал, что... Ай, ладно. Так, ну что, нужно пушить их. Пушить. Нужно... Пропушивать. Пропухивать, короче. Потому что если мы сейчас это не сделаем, будет чревато, короче, последствиями там. Сларк, конечно, может затащить, но... Многие вот, я не знаю, как-то что ли путают вот, с кэрри. Ну, скейпер, он не кэрри никакой. Просто, ну, при мудрой сборке, там, нормальной игре, ну, реально затащит. Он так похож на кэрри. Но не является таковым. Так, пивко хлебни. Отлично. Так, не добивайте. Бара ж бежит. Бежит Бара. Так. Бью дальше. Так, забирайте. Хотел сказать, Бара забирай. Что еще собрать? В принципе, уже бы можно. Так, это продаем. Это покупаем. Угу, все.
полку, что я в ЕГЭ вообще покупал. Наверное, все-таки потратил деньги. Но было этого не делать. Это зло. Сейчас панда такая скоростная. Кстати, и собирает Сашу Яшу. Вот. Можно еще Сашу Яшу. Ну, хотя. Тут, в принципе, решает скорость, потому что у них шкариты-то вылетают. Нужно, чтобы она быстрее била. Врываемся. Даем. Куда? Кто мою ману сожрал опять? Че у меня ее нет? Я убежал от этого боя. Я его избежал. Я так и знал, что он так сделает. Сларк. Вот правильно, жадность фраера загубила. Блин, что у него за сборка, я так и не посмотрел. Надо было посмотреть, что он собрал. Просто интересно, любопытно. Блин, я этой стихией вообще не управляю, морозом. Мороз тупо на морозе. Ай-яй-яй, это что? Что, не покоцанные все на базу пошли? Так, Сларк. Ты шо? Сларк. Панди, кстати, вроде и мом можно собирать. Но я точно не помню. Вроде как можно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Убили. Ой, 12 ассистов, нормально так. Да, есть и тут и хуже, ребята. Но ничего, в принципе, ну, все же свои задачи нормально справляются. Главное, что они отдавали в фарм-баре, который сейчас уже, ну, кидает большинство. Ну, один на один он всех раскидает, бара. Сейчас просто мы зареспаунимся и пойдем уже пропуш. Бар, уходи. Так, проверял активность в группе.
Ну, вроде как группа более так активно сейчас стала, там, в плане там лайков, обсуждений. Но, тем не менее, все равно народу как-то мало. Ну, ничего, в принципе, добре-то не в обиде. Так. Просто самое интересное, что у меня вот на канале Ютуба 6000 подписчиков, а в группе всего, там, ну, чисто говоря, 1000 там. Где-то 1000. Потому что до этого у меня группа была Counter-Strike, я держал свой сервер, а потом я переименовал. Ну, чистыми 1000 подписчиков там есть. Активные там 10, скажем так. Это даже не 10, меньше. Самые активные, ну, 3 человека, 2. Так. Это уже давно, пора пушить. А, это что, я застрял? 75. Помогите. Зря я все-таки не купил Green Blade. Опа. Да шо, шо, я так тупанул вообще. Блин, я чё, ничего, никого не убил? Жесть. Просто трудно управлять, вот это я так и не убил, короче, никого. Днище. Так, ну хоть кирасу собрал. Или не собрал. А, черт, еще ж. Блин, я тупо купил броню, которую еще давным-давно, и тупо без нее бегаю. Это, наверное, я, короче, когда в замесе был, куру отправил, меня убили, я про нее забыл. Про эту броню, короче. Нормально. Сыграли, хоть я тут вообще дно дном. Толком ничего не делал. Какого хера? Из Дукерасу принесла кура. Нормально. Ну, так более-менее. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за игру подписчикам. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Игорь Диаморф. Всем удачного дня. Пока-пока.